Доброе утро, дорогие друзья! Хоть мы вчера и поздно легли, режим немножко сбился, но утреннюю физическую зарядку никто не отменял. Вы готовы? Да. Готовы. Поехали. Правая рука вверх. Пошли, идем. И пошли. На раз, два, на три, четыре. Смена рук. Рывковые движения. Раз. Поехали. Раз, два, три. Все время не перестаем шагать на месте. Под музыку. Ритм слушаем и счет. Раз. Два, три, четыре. Головой вращение вперед. Раз, два. И продолжаем топать на месте. Все топают? Топают? Раз, два. Раз, два. Два. Прямыми вперед. Раз, два. Раз, два. Два. Пошли. Наклон влево. Наклон вправо. Вправо с полуприседом. Раз, два. Раз, два. Поворот. Ротация корпуса. Раз, два. Раз. Раз, как будто наносим удар в противоположную сторону. Раз, два, раз. Два наклона влево, два наклона вправо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Другую. Раз, два, раз. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз. Живот втянут, грудная клетка вверх. Раз, два. Пятки вверх, пятки вниз. Раз, два. Вытягиваемся вверх, прям максимально. Левую ногу в колени сгибаем и дотягиваемся вправо. Вот. И да-да-да, делаем массаж. Почувствуйте, что происходит у вас со стопой, на которой вы стоите. Арочка образуется и профилактика плоскостопия. Профилактика плоско-вадничной стопы. Поехали, другая нога. На левой стоим, правой влево. Правой максимально влево. Дотягиваемся, дотягиваемся. А пальчик левой ноги большой давит подушечкой в пол. Максимум, сильно. Большими пальчиками обеих ног тянем, давим в пол. Живот стянули, ягодицы напрягли. Здесь мощно. Колени развернули чуть в стороны. Увеличили арки в своих стопах. Втянули живот. Втянули живот. И расширили спину, как будто у нас широкая спина, как у бодибилдеров. Да, Виталий красавчик. Локти чуть в стороны и расширили. Вот здесь широчайшие мышцы. Постарались их показать, как кобра. Как капюшон у кобры. Широкая спина. Поворачиваемся вправо. Корпус повернулся, таз на месте. Виталий, повернули корпус влево. Пальчиками давим. Живот втянут. Поверхностное дыхание, ягодицы напряжены, пальцами давим в пол. Колени развернуты в стороны. А расслабились. Сделали вдох. Выдохнули. Вдох. Выдох. Представили, как будто здесь перед нами стекло. И мы касаться должны этого стекла следующими точками. Лоб. Потом грудная клетка. Потом живот, таз и колени. И ушли. Как будто как волна. Как змея, да. Раз. Лоб. Грудная клетка вперед пошла. Живот, таз. И вот плавное движение. Стараемся соединить эти точки. Позвоночник, чтобы мобилизовать. Папа, ты и сегменты тела. Ты змею, да? Да, змея. Теперь змея. Смотрите, следующее. Колени. Таз, живот. Грудная клетка. Голова. Сними, дядь Витя. Оп, колени. Таз, живот, грудная клетка. Голова. Кстати, молодец. Чувствует тело свое хорошо. Колени, таз, живот, грудная клетка, голова. Есть. Это сагитальная плоскость. Теперь фронтальная плоскость. Смотрите, голова ушла сюда. Макушка, ухо, плечо. Оп, таз ушел и бедро. Вернулись. И пошли. Вот оно движение. Как будто нырнули. Прямо чуть-чуть. Вот такое движение. Подсели. Движение всего тела по сегментам идет. Вправо. Голова, макушка, ухо, плечо, грудная клетка и таз. Попробовали влево то же самое. Макушка, ухо, плечевой сустав, грудная клетка. И прям несколько таких движений. Влево сделали, несколько вправо. Отлично. Руки перед собой в замок берем. И пошли. Колено у нас делает мах по диагонали. Правое колено влево. Корпус вращается вправо. Пам, пам.
и увеличиваем, пока той же ногой делаем, просто увеличиваем амплитуду. Садимся, выпад назад. Вот движение. Мах. Колено вверх, корпус в противоположную сторону. Колено идет влево, корпус вправо. Грудное кольцо от таза идут в противоположные стороны. Теперь поменяли. Левое колено идет вправо, руки идут влево. Увеличиваем амплитуду и максимально корпус. Я вижу тоже корпусом чуть больше. Прям руками раз, два. А у тебя, видишь, в одну сторону все пошло и колено. А пальчик у нас продолжает опорной ноги давить подушечкой в пол. Давай-давай, ангелок, делай, мобилизуйся. Отлично, вдох, выдох, вдох, выдох. Снова втянули живот. Плечи расправили. Развернули колени внутрь. И в этом движении, когда у нас прямая мышца живота напряжена, мы втягиваем живот еще сильнее и грудную клетку опускаем на живот, как будто бы стараемся сблизить грудную клетку с тазом. Вы на выдохе. Вдох, выдох, выдох. Сейчас вы удивитесь, что оказывается в положении стоя можно тренировать мышцы брюшного пресса. Вдох, выдох. И при этом мы держим небольшой вакуум, втянутый живот. Вдох, выдох. На вдохе грудная клетка вверх, на выдохе вниз. На вдохе увеличили расстояние грудной клетки от таза, а на выдохе уменьшили. Почувствовал живот? Я уже согрел. Оказывается, видите, в положении стоя можно тренировать пресс. Пап, я уже согрел. Отлично, давление у нас накачалось. Давление у нас уже увеличилось внутрибрюшное. А теперь чуть-чуть стравили воздух, стравили давление, выпустили. Нет, мою сторону не надо. Теперь что мы делаем? Смыкаем зубы, губы и сделаем вдох, а на выдохе как коняшка. Расслабили мимические мышцы. А тут что, губы тренируют? Да, мимические мышцы расслабляют. И теперь так. Как будто двигатель заводим. А теперь удар правой рукой влево так, и вот так, шепот такой, как будто мы на зеркало выдыхаем и хотим, чтобы оно запотело. С напряжением мышц живота, напряжение больших пальцев, ягодицы напряжены, пальцы давят, колени в стороны, так же все держим, статику. Не резко, а протяжно. Теперь мы полностью разогреты, сделали дыхательную гимнастику, респираторную систему, сердце, все размяли. Сделали массаж, а и теперь мы бодры, веселы и здоровы. Товарищ полковник, чем вы занимаетесь? Ёпт. С самого утра. Свободной программы заряд. Да. Ну покажи еще раз. Soy nueva.